День независимости в Беларуси – это праздник метафор. Говорят одно, а имеют в виду другое. И так на каждом углу. Например, в Минске на 3 июля организуют 140 праздничных пунктов наблюдения за поведением белорусов на параде. И 68 КПП, чтобы попасть на гала-концерт. А что будут искать? И так всем понятно. Я думаю, диссидентов, но официально что-нибудь запрещенное. Вот, например, на парад не пропустят со слишком большой ручной кладью, как сообщила МВД. Тут хочется съязвить и сказать, что организаторы решили напомнить белорусам, каково было иметь открытые границы с ЕС и летать лоукостами. Все беды от велосипедистов и некоторые от самокатчиков, поэтому они, а также выпившие, объявлены нежелательными гостями на параде в Минске. Об этом незадолго до 3 июля сообщила Белта. То ли дело танки и грады. Их организаторы парада пускают кататься по всему городу и, судя по всему, считают не такими опасными. Это кадры с одной из репетиций накануне парада к 3 июля в Минске. А отчего все беды в вашем городе? Пишите в комментариях. При этом из-за репетиции парада чуть ли не весь город стоит в пробках. Ничего, подождете. Демонстрации силы важнее ваших бытовых дел. Запрещая безобидные вещи и разрешая весьма грозные, белорусские власти и пропаганда занимаются подменой понятий. Они предлагают нам чествовать то, чего на самом деле стоит опасаться. Еще один пример. Парад на 3 июля опровергает любые слова власти о том, что мы готовим мир. Такого масштаба демонстрации мира еще не было, говорит БТ. Обстановка у сцены уже напоминает июльский праздник с одним отличием. Больше 5000 человек. Такова численность пешей колонны. Нога в ногу чеканят при вечернем освещении. Чтобы немного расслабить граждан и вызвать умиление, идеологи прибегают к своему любимому приему. Детям, которые, почти как котики, подходят, по их мнению, всегда и везде. Об этом я рассказывала в одном из прошлых выпусков. Дети подходят и для рекламы Дня независимости 3 июля, который с определенного времени приурочен к годовщине освобождения Минска от фашистских захватчиков во время Второй мировой войны. 3 июля. Июля – день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Демонстрируя военную мощь, власти превращают происходящее в еще один День Победы, как будто кто-то перепутал май и июль, а также перепутали фашизм и протесты против диктатуры. Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. И, кстати, будто Гитлер – это единственный человек, от которого нужно праздновать независимость. И сейчас я объясню, почему пропагандисты это делают, так что смотрите выпуск до конца. Обратимся к контексту. До 1996 года этот день считался днем города Минска. Минск получил высшую степень отличия «город-герой» и стал 9-м в Советском Союзе в этом статусе. Наш символ мужества – пример стойкости вопреки. Со временем идея подросла и трансформировалась. День Минска превратился в День независимости. Защита от Гитлера – защиту от Запада. А партизанское прошлое белорусов приравняли к тесной дружбе с Россией. И в итоге старая победа теперь равняется новой борьбе. Нам предлагают бояться то ли Гитлера, то ли Запада. Но, по-моему, есть проблемы с самой Россией. Сейчас белорусы живут в реальности, где ко Дню независимости российский посол считает возможным заявить, что мы вместе, как и 80 лет назад, защищаем свою свободу. Другой пример – концерт ко Дню независимости. Белорусское министерство культуры говорит, что, цитата, «основной темой гала-концерта, конечно же, станет братская дружба народов СССР». И я уже немного устала, как попугай, повторять вопрос, при чем здесь братские народы? Почитав программу, я увидела, что он впервые пройдет под патронатом союзного государства с Россией. Как будто белорусы сами концерт сделать не могут, и для этого им нужен союз с Россией. И последняя иллюстрация, чтобы показать степень абсурда, недавно российский премьер в выступлении по случаю Дня независимости Беларуси подчеркнул важность ее интеграции с Россией. Также он сказал, что мы, цитата, «поддерживаем друг друга, смотрим в будущее, вместе строим союзное государство». Хотя союзное государство уже строили, и оно развалилось в начале 90-х. И чего у Беларуси не было в рамках прошлого союзного государства, так это независимости. По облакам можно определить погоду, а по блокпостам, откуда на Беларусь готовилось нападение. В этот раз, очевидно, с Запада, еще точнее, с Украины. Именно в этом направлении военные решили выставить блокпосты, которые будут рандомно проверять документы у граждан и искать диверсантов. Были взяты под контроль основные направления дорог, на них личный состав начал службу на блокпостах и патрулем. Диверсанты, как сообщает Минобороны, будут пролезать через дырки в заборе, точнее через проходы. Проходы имеются, цитата, в ряде минно-взрывных заграждений, они их оборудовали. Хотя, по-моему, не там искали, и иностранцы в Беларусь бегут из соседней Польши прямо голышом.
Проверки? Какое совпадение проходит как раз накануне 3 июля? Спорим, еще через пару дней пропагандисты выпустят шпионский фильм о том, как именно они нашли этих врагов. Ведь наши военные самые лучшие военные и заражены на счастье, радость и успех. То есть, простите, военнослужащие сил специальных операций заряжены на качественное выполнение поставленных задач. Зараженные военные будут циркулировать в Гомельской и Брестской областях. Вся проверка спланирована и будет проводиться на территории Гомельской и Брестской областей. Они, судя по всему, займутся тем, что будут излучать уверенность. В каждом движении стражи неба чувствуется уверенность. Гомельский облсполком явно понимает, как это все выглядит. Он предупредил об этом жителей и попросил отнестись с пониманием. Еще раз отнеситесь с пониманием к тому, что военные решили поставить блокпосты на дорогах. А дальше, как всегда, происходит подмена понятий. Помните, что в Минске все беды от велосипедистов, хотя по улицам ездят танки. Так вот, та же история. Военный движ на юге Минобороны называют учебно-боевыми задачами, но, по-моему, тут или крестик снимите, или трусы наденьте. Так все же учебные задачи или боевые? Если учебные, то почему в их выполнении должны участвовать гражданские, у которых проверяют документы? А если боевые, то у нас уже война началась? Или как? Или может вообще не война, а специальная учебно-военная операция? Есть ощущение, что нас держат за дурачков. Одно дело, когда военный парад происходит в один день и локализован в центре города. И другое дело, когда тебя обещают встретить на рандомной дороге Гомельской области какие-то люди в военной форме. На этом все. Пишите в комментариях, катаетесь ли вы на велосипеде, как давно встречали военных и что обычно делаете 3 июля. Не забывайте делиться этим видео с вашими родителями и близкими, что еще смотрит БТ. Ставьте лайки и пишите комментарии, а также присоединяйтесь к нам в других соцсетях, ссылки на которые вы найдете в описании. А это была Анна Лепешкевич и обзор пропаганды «Чаго брешешь?». Thank you.